Машины не завалились, ломались, плохо ездили, не хотели поворачивать. Что мы у вас покупаем? Известно 11 случаев, когда клиенты приехали к концу Феррари. Деликатно поговорить над тем, что неплохо бы уделить внимание надежности автомобилей. Потом говорю, американцы, вы ничего не понимаете. Вам дали приличную машину в ваши кривые руки, а вы путаете ее с Фордом. Так не надо покупать. Он принимал этих клиентов. И потом орал на них, выметайся, чтобы я больше тебя не видел, тварь. После этого они в Феррари создали отдел клиентских отношений. Выделили дивной красоты девушку. Нина Ротти принимала всех, кого слал комендаторы. Отпаивала красным вином. И они делали следующий заказ.